Всем привет! Максим тут прыгает. Покажись, какой ты в очках крутой. У нас солнышко светит. Вот, Максим одел очки. Кстати, очки защищают меня от солнца. Не защищают? Ну. Вот, у нас на улице очень холодно. Я думала сходить на улицу, но посмотрела, у нас минус 20. Поэтому будем сегодня сидеть дома. И сегодня я хочу поменять постельное, постирать. Вот. У нас и у Макса. Вот здесь вот опять у него тут что-то и платки. Как попало, все лежит. Пыль надо вытереть уже. И пыли много. В общем, будем мы сейчас вот этот весь бардак разбирать. И постельное поменяю. Я надо будет сегодня еще полы помыть, пропылесосить. В общем, будем сегодня заниматься мы уборкой. Максиму постельное уже поменяла. Я пылесосу тут. Угу. Собрали диван, Максим пылесосит. Вот тут, где диван был. Угу. Сейчас вот будет у нас тут чистота. Туда надо пылесосывать? А нет, это Максим от коврика, ее надо отстричь. Ну, эту штучку. Отстриги сейчас. Хорошо. То засосет мало и чего. Мне Максим сказал сесть на диванчик, отдохнуть. Поэтому я сейчас сижу. Смотрю, как он тут пылесосит. Кстати, я у вас мам пылесосит. Да, это он первый раз так прям глобально пылесосит всю комнату. Ну вот и все. В спальне мы все убрали. Сейчас покажу. Вот такой вот порядочек теперь у нас. Игрушки все я тоже здесь перебрала, все везде помыла, протерла. Это я сейчас наше постельное буду застилать. И на комоде все убрала. Я тут мою пол. Максим вот моет пол. Максим тут уже везде почти помыл полы у нас. Тут вот все, вижу, мокрое. Тут у меня стиральная машинка уже отстирала. Кстати, надо развесить постельное белье. Я тебя люблю. Я тебя люблю. Это я тут помыл пол, и вот сколько гири нанес. Очень много, только видно на экране 102. Вымыла я везде пол, и в зале помыла. Тоже Максим, правда, мне тут помогал. После него пришлось все равно перемывать. Тут у меня подушки Максимкины стираются. Уже практически достирались. Получается, новогодний подарок, и которую в Леруа Мерлен мы покупали уже давненько. Вот сейчас я их буду доставать уже. На кухне тоже везде прибралась. Загрузила посудомойку стираться. Холодильник помыла внутри. Сейчас хочу сделать блинчики или оладушки. Сейчас пойду у Максима спрошу, что он больше хочет. Мясо он вообще практически не ест. Ест картошку пюре, макароны и вот что-то такое. Всякие булочки, там оладушки, блинчики. Вот это вот он любит. Поэтому сейчас пойду узнаю, что приготовить. И сделаю. У нас уже начинает темнеть понемножку. Что ты больше хочешь, блинчики или оладушки? Панкейки. Так, раз подушка. Кстати, она такая прям стала пухленькая. Была такая тонкая-тонкая. И вот эта вот подушка была у нас грязная. Но сейчас вот она хорошо, кстати, отстиралась. Вся полностью чистая. Ну, пусть прямо здесь лежат и сохнут. Панкейки я всегда готовлю вот по этому рецепту. Если интересно, можете поставить на паузу, почитать. Пробовала готовить по другим рецептам из интернета. Не очень мне понравилось. Вот этот вот рецепт я уже очень давно по нему готовлю. И даже есть видео где-то у меня на канале, как я делаю тесто. Максим уже кушать сел. За трубочкой сходил. Кушает панкейки с молочком. Уже практически покушал. Чуть не упал. Какой-то прыщ у него вылез под носом. Угу. Ну, кушай. Приятного аппетита тебе. Спасибо. Вот такие вот они получаются. Румяненькие, вкусненькие и мягенькие. Максим уже съел и добавку еще съел. Еще будешь? Наелся?
Ну хорошо. Вот столько много получилось, хотя я на один стакан молока всего делала. Ну ладно, будем кушать, чай пить. Мама. Это, кстати, вот я последний уже готовлю. Я уже сделала себе чай. Сейчас буду пить чай. А Максим уже убежал. Молоко свое не допил с трубочкой. Буду кушать панкейки, пить чай. Всем, кто тоже кушает, всем приятного аппетита. Постелила постельная, Максим сразу нырнул под одеялко. Лежит, мультики смотрит. Сейчас Максим будет подстригаться. Да? Да. Хочешь подстригаться? Да. Максим не любит подстригаться. У него уже волосюхи на ушах закручиваются. Да? Сейчас. Ты только ножницами все подстриги. Ну ладно, хорошо. Где ушки вот тут? 1, 2, 3, 4. Бля-ля-ля, вот так? Вот так. Чик-чик-чик. Хорошо. Только чтобы ушки порезать. Ну, конечно. Все, вот такой вот Максим. У нас волосатенький. Следующий кадр будет уже подстриженный Максимка, да? Угу. Максим подстригся, накупался. Я его так вот подстригла. С боков и сзади немножечко. А сверху все оставила. И он решил порезать себе салатик сделать из огурцов. Из чего-нибудь еще. Да, я вот ему начала давать, чтобы он сам мог резать себе. Он и хлебушек себе нарезает, и помогает мне салатики нарезать. Сейчас вот себе сюда нарезает. Сюда будет еще хлеба добавить один. Маленько. В салат хлеба добавить? Да. Ну смотри сам. Я плавил на голове. Аккуратнее, ножом сильно не маши. Как будто пилой просто. Ну. Этот нож не сильно острый, поэтому... Поэтому он так долго им пилит. И вот сюда складывает. Понятно. Максим уже к колбасе перешел. Уже по несколько брусочков разрезает. Так уже... по два. Ну да. Раньше по одному резал, уже по два. Уже дело быстрее идет, да? Да. Молодец. Сразу во. Я буду уже заканчивать сегодняшнее видео. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Всем пока, до завтра. Всем пока, до завтра.